И последнее стадо ивенкийских оленей из питомника Большой Немныр Нерюнгринского района отправится на Сахалин. Новым местом обитания животных станет родовая община коренных малочисленных народов Севера Юкте. Пополнение из Якутии поможет решить давнюю проблему обновления крови. Ведь из-за отсутствия новых голов в стаде идет близкородственная смешивание крови. Животные слабеют и со временем вымирают. 30 голов оленей уже доставили на автомобиле до села Ванино в Хабаровском крае. Далее на пароме их доставят на остров Сахалин.